Уплатить имущественные налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря текущего года, как сообщают в межрайонные ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, началась рассылка уведомлений налогоплательщикам. В настоящее время завершены мероприятия по исчислению имущественных налогов физических лиц за 2021 год – земельного, транспортного и налога на имущество. Пользователям сервиса Федеральной налоговой службы уведомления направлены в личный кабинет. Распечатать уведомление и произвести оплату можно в разделе «Мои налоги». Плательщики, не имеющие доступ к личному кабинету, получат налоговые уведомления об уплате имущественных налогов по почте, заказным письмом по адресу регистрации. Обратиться за налоговым уведомлением можно в любой налоговый орган или МФЦ. При получении налогового уведомления за несовершеннолетних детей законные представители предъявляют документ, подтверждающий полномочия. Уплатить имущественные налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря текущего года. Помимо сайта ФНС России, сделать это можно через мобильные сервисы банков, через госуслуги, а также лично обратившись в банк или почтовое отделение.